гиперхолестеринемия, желчнокаменная болезнь, травматические послеоперационные структуры, отравление препаратами на перстянке. Есть решение. Холестерамин – лекарственный препарат. Вот что говорят о препарате покупатели. Прошла курсовое лечение с использованием холестерамина. Могу отметить, что аллергии и побочки меня не беспокоили, а вот обмен веществ удалось наладить. У меня сильно нарушилась функциональность печени и желчного пузыря. Врач порекомендовал полечиться с холестерамином. Я его приобрела. Правда, пришлось походить по интернет-аптекам. Ничуть не жалею, лекарство очень помогло. При лечении холестерамином у мужа переносимость препарата была хорошей. Ему порекомендовали этот порошок принимать на 1 месяц для профилактики осложнений после инфаркта. Рекомендуем это средство тем, кому врач посоветует. Не стоит отказываться, средство дорогое, но эффективное. Препарат выпускается в виде порошка. Холестерамин назначают как средство адъювантной терапии для снижения уровня холестерина у больных с признаками гипертриглицеридемии или гиперхолестеринемии, используются пациентами, которые находятся в зоне риска сердечно-сосудистых болезней. Симптоматически назначается при синдроме короткого кишечника, холестазе, обструкции желчных путей и другое. Принимают холестерамин как приготовленную суспензию из порошка, 1 чайная ложка за прием, 4 грамма медикамента. Рекомендуется при приеме средства пить больше воды и дополнительно принимать витамины, в частности, витамин К. Цена на холестерамин в интернете, как правило, ниже, чем в аптеках. Ссылку для заказа препарата я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.